Такого приема во дворце бракосочетания молодожены и гости точно не ожидали. В холле ЗАГСа устроили настоящие масленичные гуляния. А героями всего этого праздника были сами новобрачные. Мы предлагаем вам вытянуть на удачу, на долгую супружескую жизнь, что они вам предсказывают. Вытянув сверток и узнав, что год у семьи Анисимовых будет вдохновленным, молодоженам предложили испечь первый совместный блин. А еще новобрачным предлагали собственноручно отчеканить монетку на счастье, пройти через купеческие ворота, которые символизируют арку желаний, и завязать узелок, чтобы все мечты сбылись. Не ожидали такой встречи в этом дворце бракосочетания. Были очень удивлены. Мы очень приятно удивлены. Нам все понравилось. Все пришедшие могли посмотреть коллекцию самоваров, которую собирали по всему Нижнекамскому району. Самому старшему экспонату больше века. В общем, всем 11 парам, которые решили пожениться в канун Масленицы, организация праздника понравилась. Масленица все-таки это семейный праздник. А мы за семейные устои, за институт семьи, за пропаганду крепких семейных уз. Нижнекамский дворец бракосочетаний устраивает подобные мероприятия уже не в первый раз. И, как заверили сотрудники, сюрпризы еще будут. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.